Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу выпустить видео. Вот, получается, вот следующий тур Италии, который будет... Вот, будет играть Интер Верона. И я хочу попробовать, как я сыграю против Вероны Интером. Вот, мне очень интересно будет посмотреть, как, что Интер сможет выиграть Вероне в компьютерной игре или нет. Так, я сейчас в настроечке, да, все правильно, 10 минут, тайм. Так, все отлично. Так, у нас... Так, форму мы, конечно, поменяем. Поменяем его, Вероне. Так, план игры. Ну, как бы ориентировочный состав практически такой. Но в центре будет играть, как бы думаю, что Брозович. В дальнейшем у нас... Домброзия будет играть на левом фланге. И Жао Канцело на правом. По статистике, как бы, ориентировочного состава до этого матча. Итак, поехали, как говорится. Мы не будем менять Верону состав примерно ориентировочный. Мы сделаем так, как получается компьютер нам дал такой состав. Итак. Сейчас будем смотреть выход Интера и Верона. Вот капитан Марио Икарди, Ханданович, Миранда, Канцелло, Домброзио выходят. Домброзио, Галлардини, Брозович. И вот у нас ориентировочный состав. Рафинья, как бы, больше к нападу. Вот, интересно все-таки. Ну, в этом туре Интеру нужна победа. И желательно в каждом матче, чтобы выйти вперед или ниже, занять четвертое место, чтобы попасть в Лигу Европы чемпионов, точнее. Ну что, поехали, дорогие друзья. И вот мы сделали первую ошибку, но Ханданович нас выручает. Да уж, да уж, да уж, не. Да, еще дождь. Все это случайно, то же самое поставлено. И Брозовича можно пробить, но нет. Все-таки никак. Брозович на Икарди.
Ах, не прошел, не прошел, не прошел. Обидно, конечно же. Рафиня выиграет борьбу, но... В принципе, мы дома играем, можно спокойно, не спеша. Да, но я все-таки думаю, будет тяжелая очень игра. Очень тяжелая. Как обычно, Ханданович спасает Интер. Марио Икарди проходит двоих, неужели? Это все-таки прошло. И Марио Карди пробивает, но не забивает гол. Как же так это? Как же? По его статистике он должен забивать. Но Вера тянет, тянет, конечно, безусловно. Безусловно. Да, верно на нас чуть-чуть. Вот Канцело, его выход. Да, Марио Карди. Да, Весина выигрывает борьбу. Но Галедзи не проигрывает, конечно же. Обидно. Вы говорите, не красавчик. Жа Канцело. Идет по флангу. И решает сам. Ну, давайте посмотрим момент. Мог я бы дать кому-нибудь пас или делать... Или все-таки нужно было бы пробить. Все-таки. Ну, мог бы, да. Мог бы. Но это невероятность. Ну что, у нас подача, конечно, Кондрева у нас подает. И Брозович. Брозович. Вау, был момент. Какой же момент? Смотрим. Подача. Трещ не выиграл. Ну, Брозович. Ну, с рикошетом. Ну, и Марио, кажется, тут запутался. Точнее, я. Итак, смотрим дальше. Иван Перешич. На Домброзио. Ай, не прошла, не прошла. Это плохо, конечно, что передача не прошла. Было бы просто превосходно бы. Конечно же. Иван Перешич, блин, мог бы тоже решить этот момент. Итог в этом матче, я думаю, скорее всего. Я думаю, будет счет 1-0. Или одна, или вторая команда выиграет. Я предполагаю так. Ну, вот видите, был момент. Еще один. Еще один момент. У Интера. Посмотрим, на самом деле, так же будет или нет. Ах, ошибка. Шкринял. Да, я увидел. Если... Ах, не успел. Иван Перешич, конечно, обидно. Обидно. Очень сильно обидно. Могла бы очень хорошая контратака получиться у нас.
И что? 44-я минута. Заканчивай. Уже, в принципе, первый тайм заканчивается. И у нас счет на табло 0-0. В принципе, два голевых момента. Это неплохо. Это неплохо, в принципе. Итак, владение мячом 54-46. Ну, удары 5-3 по 1-1. В принципе, вот так, я думаю, будет, скорее всего, и происходить игра. Дома у Интера, в Милане. Ах, аж. Не прошла передача, конечно. Вау, Канцело, красавчик. Подстраховал. Вот Кондрево, как обычно, увидел. Да, я... Ну, вот так Интер будет скорее играть, и больше навесами. Передачами такими обостряющими, ну больше на вес будет вся игра и на Марио Икарди, как обычно. Да, Рафиньо, как это так? Вот как это так? Прошел полностью один. Выход, считай, что один на один. Как? Я просто не представляю. Если это так будет, то я буду вообще в шоке. Но я очень хочу, чтобы он забил первый гол свой за Интер. Да, как обычно, Иван Переш по своему левому флангу пробирается. Ну, и как обычно, передача не доходит у него. Что-то в последнее время. Что-то он даже сдал обороты в этом плане. Не компьютерной игре, а, конечно, в... играет за Интера. Ну, Шкринер, это вообще, это машина. Он может даже чуть сам протащить вперед мяч, не боясь хотя бы играть защитником. Это просто превосходно. И молодой, с опытом. Да, Ханда начинает на месте. Брозович. Марио Икарди. Да, там Рози у нас может пробить. Да, вот еще один момент. Который, конечно. Ах, Икарди, Марио Икарди не дают. Ну что, можем мы сделать замены какие-нибудь, я думаю. Вот я, допустим, вместо Домброзио сделал бы замену на Далберта. В дальнейшем. Да, можно, в принципе, я бы так бы сделал бы. Вместо Кондрева выпустил бы. А, Кондрева в центр поставил бы. И выпустил бы Карамо, если что. Так, мы сделали уже две замены. И в принципе, мы можем или Гарельдини поменять на Висино.
Или-или. Вот здесь это самый тяжелый момент. Ну, давайте, наверное, может даже Борху Валеру мы выпустим вместо Галядини. Он больше опытный, который может дать пас. Да, я бы, конечно, бы хотел бы очень видеть Карамон. В последнее время, когда выходит на замену, он неплохо себя показывает. Даже очень. Он вообще молодец такой. Ну да, молодой парень, который хочет попасть в стартовый состав и показать свой класс. В принципе, он молодец вообще. Я очень рад, что он, блин, стремится что-то добиться. Так, мы сделали замены. Ах, не прошла передача. Да, там было нарушение. Я думаю, дадут судья желтую карточку. И вот момент. Нет, но все-таки хладнокровен. Хладнокровен скринер. Далберт увидел Марио Икарди, но не дают, не дают ему. Не дают. Был момент. Был. Еще Марио Икарди. Но не дают. Ну да, во втором тайме, как обычно, под концовку Интер чуть-чуть сдает. И это, блин, самая плохая у Интера время. Последние минуты. Последние. Ну что, 0-0. Итак, но мы сыграли в ПС. И получается 0-0. И как, я думаю, что также Интер не сыграет. Я больше уверен, что он выиграет с учетом 1-0. Или больше. Все-таки я уверен. Хотя бы владение вот мячом у Интера уменьшил. А, ну, по идеологии, как Интер играет, такого не должно быть. И вот. Все-таки я уверен, что Интер выиграет этот матч, забьет много мячей, как в последней серии он сыграл неплохо, где Марио Карди забил 4 мяча превосходных. И я думаю, в этот раз также. Надеюсь я. Очень сильно я надеюсь. Итак, дорогие друзья, если мое видео понравилось, ставим лайки, подписываемся. Смотрите футбол, болейте за команды футбольные. Занимайтесь спортом, чтобы у вас все было хорошо, чтобы были вы здоровы. И всем вам удачи. И еще раз, вы можете завтра посмотреть 31 число, 31 числа по московскому времени в 16:00 будет играть Интер Верона. Да, все правильно. Завтра будет этот матч. И так, 16:00 я хочу сказать спасибо вам за просмотр. Кто поставил лайки, спасибо. И кто подписался. И еще раз, всем удачи, всем добра.